Здорово, Ютуб, сегодня видео «История Кейбла». Настоящее имя Кейбла – Натан Саммерс. Рост составляет 203 сантиметра и вес 159 килограмм. Биография и происхождение. Рождение Натана было запланировано еще до первой встречи его родителей. Генетик мистер Зловещий решил, что союз людей Икс, Скотта Саммерса и Джин Грей даст невероятно сильное потомство. Зловещий хотел получить контроль над таким мутантом и использовать его против апокалипсиса. В то время Джин Грей была предположительно мертва, и Зловещий создал ее клона. Он назвал ее Прайер и придумал для нее фальшивую историю. Следующим шагом плана Зловещего было получить от союза Мэдлин и Скотта ребенка, который, по его расчетам, должен был стать генетически более сильным мутантом. Эксперимент с Мэдлин был провальным, пока она не была оживлена порцией сознания Джин, которую позаимствовала сила Феникса. В общем, Зловещий устроил ее встречу со Скоттом. Саммер сразу влюбился в Мэдлин, так как она сильно напоминала ему прежнюю любовь, Джин. Они вскоре поженились, а затем Мэдлин забеременела. Когда Скотт сражался с командой Фенрис, Мэдлин родила сына на кухне особняка Икс, которого она назвала Натаном. Вскоре, потеряв лидерство среди людей Икс, Скотт ушел в отставку и вместе с Мэдлин уехал воспитывать сына на Аляску. Но, к сожалению, со временем брак родителей Кейбла стал им не в радость, и Мэдлин было тяжело из-за того, что Скотт редко появлялся дома и продолжал скучать по Джин. Для нее все стало еще хуже, когда обнаружилось, что Джин жива. Скотт бросил маленького Кристофера и Мэдлин, чтобы воссоединиться с прежней любимой и создать в Нью-Йорке вместе с основным членом людей Икс новую команду. Узнав о возвращении Джин, Зловещий направил своих мародеров схватить Кристофера и убить Мэдлин, прежде чем ее раскроют как клона. Мэдлин выжила и оказалась под опекой людей Икс, а Натана Зловещий взял в свою тайную лабораторию под сиротским приютом в Небраске. Там он стал проводить над Натом эксперименты. Зловещий тщательно уничтожил любые упоминания о ребенке и его матери. Скотт позже пытался помириться с семьей, но они исчезли, оставив только игрушку Натана в их старом доме. Саммерс решил, что Мэдлин уехала вместе с ребенком. Спустя длительное время они обнаружили Натана и спасли его от Зловещего. Мэдлин пришлось пожертвовать собой ради сына. X-Factor взял Натана на корабль Целестиалов. О Натане стали заботиться Скотт и Джин, а сам он, когда ему грозила опасность, создавал вокруг себя энергетическое поле. Вскоре после спасения Натана апокалипсис заразил его техноорганическим вирусом. Когда вирус стал распространяться по его телу, из будущего к Циклопу прибыл клан Аскани и сообщил, что Натан станет спасителем, а клан сможет излечить его от вируса. Решив спасти сына, но больше никогда его не увидеть, Циклоп согласился, а Натан отправился на 2000 лет в будущее, где правил апокалипсис. Вот так на свет и появился Кейбл, а теперь немножко о его силах и способностях. Телепатия – способность читать мысли и проецировать свои мысли в чужом разуме. Способность переносить разум и силы в другое тело, если оригинальное тело пострадает. Телекинез – Кейбл способен контролировать объекты и даже себя самого. Кейбл может поднимать объекты массой в сотни тонн, однако лимит способности так и остался не раскрыт. Телекинетический полет. Поднимая себя в воздух, он может летать на дальние дистанции с различной скоростью. Также имеет способности телепортации. Умеет создавать силовые поля, которые выдерживают даже мощнейшие атаки. Кроме того, они могут не пропускать даже бактерии в воздухе. Ограничение этой способности также осталось неизвестным. У Кейбла сверхчеловеческая ловкость и сверхчеловеческое проворство. Также Кейбл имеет высокий уровень интеллекта. На сегодня это все. Если тебе понравился выпуск, ставь лайк и подписывайся на канал.